ищите низкие цены на рекламу, они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Около 1000 новых квартир, детский сад, школа, а также торговые центры и социально значимые объекты. В ближайшие несколько лет в Йошкар-Оле вырастет новый микрорайон «Молодежный». Его жителями станут более 6000 йошкар-олинцев. Что примечательно, часть квартир в новостройках по условиям социального найма будет передана работникам бюджетной сферы. Пока даже сложно представить, что на нынешнем пустыре, где сейчас располагаются автозаправочные станции и автомастерские, в ближайшие несколько лет появится абсолютно новый городской микрорайон с развитой инфраструктурой. Разместится новый квартал в перспективном районе города, недалеко от Воскресенского парка и строящегося легкоатлетического манежа. Детский сад, школа, торговые центры, несколько просторных современных парковок наряду с жилыми домами появятся в створе бульвара Ураева, улиц Водопроводной и Воинов-интернационалистов. Строительство микрорайона «Молодежного» уже началось. Первая очередь будет сдана в 2016 году, а полностью завершено строительство через 3-5 лет. Стройку надо с чего-то начинать. Мы планируем подготовить уже персоналей, которые непосредственно возьмут. Первый этап – это будет 160 квартир. Всего будет около 800 квартир. Я думаю, что это будет микрорайон, несмотря что он на окраине, он будет элитный, потому что вокруг парковая зона, до центра шаговая доступность, детский сад, школа, все предусмотрено в районе, и также спортивные сооружения. Рядом еще крупный легкоатлетический манеж, где можно заниматься спортом. Я думаю, что это один из самых престижных микрорайонов будет в республике. Совещание по вопросам строительства микрорайона «Молодежный» прошло в правительстве республики. Ключевые решения по его итогам касаются в первую очередь строительства так называемых социальных квартир. Планируется, что сразу несколько домов будут построены специально для бюджетников. По решению руководителя региона Леонида Маркелова, здесь на особых условиях смогут приобрести жилье учителя, врачи, работники культуры и спорта. Те, кто своей работой может принести реальную пользу республике. К тому же за свой многолетний труд будут отблагодарены и те, кто долгие годы работал в Мариэл, но квартиру приобрести так и не смог. Временно исполняющий обязанности главы региона особо подчеркнул, что на проживание в квартирах по договору социального найма смогут рассчитывать далеко не все. Часть квартир в микрорайоне, который будет называться, допустим, назовем его микрорайон «Молодежный», будут предоставляться по договору социального найма. Это квартиры, которые будут предоставляться специалистам нужным, врачам, учителям, там, артистам той категории, которой у нас не хватает. Преподавателям, допустим, там и тренерам, которых у нас просто нет, мы не можем подготовить, это будут решать министерства. Следующая категория людей, которым может быть представлено жилье, это бюджетники, которые не в состоянии купить сегодня квартиры по дорогой цене. Поэтому будут предусмотрены различные схемы финансирования. Например, 50 на 50, 50% бюджет, 50% дольщик. Значит, или же там, 30 на 70, зависит от материального положения, от уровня заработной платы. Мы рассматриваем ведь целую семью, а не одного человека, который приобретает. И под зарплату мужа и жены, например, можно ипотеку вполне оформлять. Да? Сбербанк, который, скорее всего, будет участвовать в этой программе, он и будет выдавать ипотеку. И мы предусмотрим для определенной категории, которые, опять же, нужно задержать в республике и нужно их отблагодарить за долгие годы работы, мы предусмотрим какие-то средства для того, чтобы компенсировать ипотеку. Стоит отметить, что появление нового микрорайона, в частности социального жилья для бюджетников, продолжит традицию, уже заложенную в республике. Так, осенью прошлого года уже были вручены ключи 6 семьям работников бюджетной сферы. Просторная прихожая и кухня, раздельный санузел, 3 комнаты в каждой квартире. Общая площадь около 90 квадратных метров. Дом по адресу Воскресенский проспект 15 также стал первым в очереди строительства социального жилья на участке от Царьградского проспекта до бульвара Чивайна. В три очереди будет возводиться жилье и в микрорайоне «Молодежном». Первой станут 4-5-этажные дома, второй – 7-этажные, третий – 9-этажные. Финансирование будет осуществляться правительством республики, Сбербанком, как мы предполагаем. Во всяком случае, сегодня Сбербанк готов финансировать этот проект. Вот. И дольщиками. Часть квартир будет реализовываться на простом, на свободном рынке. Задача реализовать квартиры на свободном рынке, получить выручку и за счет средств, которые мы получим от реализации квартиры, подвести сети, сделать планировку территории. Вот за счет чего строить детский сад? Это же нужно где-то получить прибыль республики.
За счет продажи квартир мы намерены получить часть средств, которые позволят нам и детский сад построить, и стадионы вокруг там выполнить, и дорогу построить, потому что внутренние дороги будут обязательно построены. Реконструкция коснется и прилегающих улиц, в частности водопроводной. Заново будут построены участки дорог по Ураево и Петрово. Таким образом, территория нынешнего пустыря превратится в один из самых привлекательных для жизни микрорайонов города. Стоит отметить, что Мариэл – один из немногих регионов страны, где заведена практика бесплатной передачи жилых площадей в пользование бюджетникам. Как отмечают в правительстве, таким образом можно решить проблему текучки кадров. Ведь именно сейчас при строящихся новых культурных и социальных объектах особенно важно сохранять и привлекать в республику молодых и талантливых работников. Меж тем, любое благое начинание, особенно направленное на создание благоприятных условий для жизни, находит и своих критиков. Большинство из них, правда, с открытыми заявлениями выступать опасаются, но такие посылы, как, например, «ничего не строить, а раздать каждому горожанину по 100 рублей», слышали многие. Одним из таких объектов критики регулярно становится новая набережная и социально-культурные новостройки, возводимые на берегах Акшаги. Выйдя на улицы города, мы узнали мнение йошкар-олинцев на эту тему. Нежелательно сносить то, что начали строить? Конечно, это как память все равно будет. Конечно, уже против. Зачем? Что уже построено, пускай так и будет. Очень отрицательно. Новостройки. Это же красиво. На самом деле город очень преобразился. Я против. Против. Потому что мне нравится, как у нас набережная устроена. Очень даже хорошо. Красиво все. Если построили, то, наверное, сносить не надо. Если построили. Потому что, очевидно, когда строили, думали, они уже это предварительно, очевидно, тоже что-то снесли перед этим. Это плохо будет. Почему? Красиво там, гулять можно. Да вы что, разве можно сносить такую красоту? Нельзя, ни в коем мере, ни в коем случае. Ну, я думаю, не надо. Я думаю, пусть это будет красиво, чтобы гулять было красиво. Ну, отрицательно. Негде будет гулять и... Красивый город стал. Уже есть возможность где погулять, отдохнуть и как экскурсии устраивать для приезжих. Чем дальше, тем красивее. Потому что вот каждый год, каждые полгода я сюда приезжаю, все больше и больше обустраивается, и краше становится город. Ну зачем сносить, если все построили уже? Раз построили, пусть стоит. Сносить не нужно, я против, потому что как бы новые постройки все наш город облагородили. Люди начали проводить с этим больше времени на улице. Как-то веселее стало вокруг. Город зажил как-то более активно. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42-28-28. Реклама на радио и телевидении. 42-28-28.